Вы не поверите, я как-то переезжая сваха. Да. Ну. Ну да. Ну, это называется свинг-тур у меня. Переходное знамя, знаешь, оно. Ну реально, я думал, что наши клопсы еще будут до завтра лупашить, но они сегодня сказали, что выезжают на асфальт. Давай, коксу, давай, Виталик. Еще больше, вторую включай. Кусты сзади, стой, кусты. Стой. За кустами Денчик прятался на мадах. Мы уже рубимся. Киев и Рубилово. Травичка. Ты только что унизил весь хард. Равняй руль. Ну, смотря куда он хочет. Вот так потихоньку и пошел назад. Валера, уйди. Да давай влево руле заезжай туда, по большому радиусу. Ну, по большому руль влево и по большому радиусу едь туда. Не-не, вот смотри, Валера, он жопа себе заехал, и отсюда можно уйти уже в радиус. А где Рубилово? Ну, 37-е Трепадоры, зачем ему туда жопа ехать? Ты с Мазаем, наверное, никогда не ездил, не? Он так матерится, когда рулем надо крутить лишний раз. Ты не представляешь. Ну, как на сотке клево снимать. Смотрите, 37-е Трепадоры больше клиренс, чем 35-е. И намного, блин, выше сидишь, и кадры лучше получаются. На 2 дюйма. Прямо-прямо, или там есть площадка. Серёга, давай выше. Выше, давай выше. Давай. Стас, едем дальше. Ты смотри, чтобы кренов было поменьше и бревна не лежали. Если что, можно же на подъемы подлебедиться немного. Девочка, машина поехала. У нас камни идут. Можно, Сереж, давай потихоньку, можно заезжать. Правой? Да, только по правой. Вот так Лайт на 37-х колесах штурмует русский путь. Лайт, о чем мы молчим? Кто видит Катю? Кто видит жену Сани Запа? Ну ее нет. Позовите, выйдите с машины, где Катя, может откликнется. Ну, Сань, посмотри, может она у вас в УАЗике сзади спит. Со мной. Стас, не очкуй. Просто есть смысл, может, снизу подождать, пробейте вверху дорогу. Стойте снизу, ждите. Ну я уже почти наверху, у нас осталось метров 25. Сейчас Женя пробьет, и если что, будем подниматься.
Мне надо машина, чтобы я мог наверх туда подняться, чтобы тоже помочь оценить ситуацию. Остановись на подножку. Да, сейчас я с Виталиком встану. Виталь, чуть-чуть вперед, дай там я встану на подножку. Сейчас доснимаю желтый фудзик. Нет, я пошел дальше на фудзик, на подножку. Хорошо, принял. Добрый, давай, поехали. Остановитесь, я стану. Две места, когда вы будете протискиваться между пеньками срезанными. За ними нужно сразу резко направо, зайти в колею и пойти по ней налево наверх. Левая дорога не проездная. Ребята, двигай сам, пожалуйста, прямо внизу. Повтори, повтори. Прошу подобрать отца. Батьку заберите Тараса снизу. Посадите в машину. Юра грызнул на подъемчике, я встану сейчас, заберу. Спасибо. Снайпер, красава, на коксе лупит. Давай вправо руль, вправо руль, вправо. Вот так, погнал, погнал. Когда упрешься в горку, влево вывернешь. Вправо руль, вправо тужик, давай. Снайпер что-то удумал. Снайпер, давай кокса и поехал. Нет, так не надо делать. Снайпер, давай оттуда. Влево руль и погнал. На первое и поехал. У тебя передние колеса что-то не крутятся. Все, хорош, хорош. Стой, стой, стой. Назад, назад, назад. Все, стой, в руль влево и погнал. Сережка, стой. Право в руль чуть-чуть. Правее, правее. И это лайт. Харт отдыхает. Руслан будет смотреть мое видео, будет хохотать под пиво, а? Колонна, стойте. Мы сейчас с Сережей дальше проедемся, просмотрим, но вроде все окей. Улыбается, но едет. Давай, давай, коксом, коксом, Денчик, у тебя нету блокировок. А, Юр, здесь боковой крен, аккуратненько. Очковые кобры. Напали. Машина высокая, зараза такая. Мнение. Да, буду сейчас пытаться подниматься, ждите тогда. А что, справа крутой подъем, там посередине стоит патрол какой-то, и направо есть еще дорога какая-то объездная, сейчас протопчу. А налево от УАЗа, через посадку, идет наверх дорога, но она такое ощущение, как будто очень мокрая. Мне надо дорогу посмотреть и карту посмотреть, мне надо, чтобы кто-то здесь помог разрулить из штурмана в ситуацию, чтобы, ну, не завалить машины, и я бегу наверх. Тогда не спеши, и там девушки подтянутся, будем здесь. Ребят, еще раз повторяю, да, попробуем.
наблюдайте, какая машина едет. Это новая Нива, Chevrolet Niva. Это Dodge Niva новый, смотрите, видите, какой он. Мотор улучшенный, 1.86. Это Dodge Niva, что ты значок закрываешь? Есть же Chevrolet Niva? Значит, это будет Dodge Niva. А на военных мостах 499 это стоимость долларов за на 100 километров. Вы видите там вот сразу счетчик. А что-то мне страшно, парни, я очкую. Очковые кобры нападают? Не. Просто. На меня ночью в палатке слизни напали. Я забыл закрыть, они как начали меня кусать. Они думали, что они кобры. Да. Да. Надо отвешивать. Паша так и едет, не очкуй, нормально там. Паша, очкуй! Вот видишь, где сейчас проходит патруль, там типа камушек справа. Ты можешь его, в принципе, и правее взять. Там мы вдвоем отвешиваем машину, вы что? Так а что, машина легкая? Нива легкая. Да, ну согласен. Нас ждет. Там столько снега, мы рубанулись туда направо. Там просто, да, там полметра снега. Там копать не перекопать. Катю выгнали, поругали, что ли? От семейка, а? Джиперов. Женщину заставляют ходить. Ну и страшно. Ты думаешь? Может, она сама вышла. Это вид какой прекрасный. А шаман, ты видишь, он меня не уважает как штурмана, он меня оставил, бросил. Подожди, спеши, спеши. Стой. Патрол самая широкая машина, шире Нивы. А чё он так? Ну, фу, блин, что я все советую, ну. Ага, вот это вот место, да, типа. Паша, бери левее на полметра и погнали между колей. И даже не парься. В принципе, да. Хотя там ём, тоже ям. Ну и шо? Так крена нету зато. Ступенька, и вы постарайтесь пройти небольшим ходом, потому что он может полностью остановить машину. Я в харде так не бегал, столько, сколько в лайте бегаю. Парни, я в харде так не бегаю, как в лайте. Вы что творите? Оксу! Погнали, погнали. Скорость не сбрасывай, так иди с этой же скоростью. Грэп-вол, прием. Да, прием, Юра, на приеме. Грэп-вол, принимаю. Грэп-вол, прием. Принял он тебя, принял. Сейчас подъедет к тебе. Вам помощь. Вот мы выбрались на русский путь. Фотосессия. Но еще две машинки у нас внизу. Элька отдыхает или спят. Как-то так. Ну, лайт выехал. Тяжело, но выехал. Не,
Не, думал, это фары, нет, это снег мелькает. А, хочу взять интервью. Что вы думаете о вовлечении в вашу команду такого джипера, как легендарный? А, подействовало как-то на ваш маршрут это или нет? Да, подействовало. И главное не спрашивать про Кремль, все остальное просто происходит дальше отлично. Но вам понравилось? Да. Как в горах может не понравиться? Чувствуется рука Руслана Коламбии, которая подействовала на легендарного. А вы не забываете, что уходят такие легенды про легендарного, что он, знаешь, что он, что он заводит болото и бросает потом так. Есть такие легенды. Да. А есть вариант. Есть. Можем мы. А есть варианты, что заведет где-то в горы и бросит. Черный легендарный, да. Нет, черный настой. Нет, есть еще черный легендарный. Катя, что ты думаешь? Ты уже была здесь? Нет. И как? Теперь уже есть. И как? Не ругайся. Здесь выше, чем на 16-этажном доме в Киеве? Я даже туда на крышу не лажу. Но лифт красота. Удобнее, правда? Лифт удобнее. Фуникулер бы сюда сделали, да? Мы немножко местами так адреналином попахивает. Сниматься, конечно, страшно. Я так тут слышал, что только что... Кто там к нам едет? Ходили легенды, что снайпер... На этой машине ехал везде, где фужики нервно, будем говорить, отдыхали. Что-то я не верю после сегодняшнего дня. Вова, ходят слухи, что очковые кобры с вашей машины все-таки выскакивали. У нас никогда не было. Хлопцы? Кого не было? Кобры. Выскакивали дети, а не кобры. Ну вы так стрёмно вообще катаетесь. Да. Нет, это раз собирается опыт. Я говорю, давай, ты это так долго. Харт, улыбайся, вас снимают. Угадываем марку автомобиля. Давайте первый вариант. ГАЗ-69. Не. Второй вариант. Какая машина? Угадываем. Да какая? УАЗ. УАЗ, это патрол. Нет, УАЗовские мосты стоят. Или ГАЗ-69 стоят мосты. Рессоры. Исузу. Короче, фуджики вышли на охоту. Вытаскивают патрола. Это их звездный час. Да, теперь будет весь интернет. Да мы на русском пути патрол вытаскивали. Да мы, красавчики. Поехали. По харду шнива. Суперлайт. Как они нежно передвигаются. Парни, у меня такое ощущение, что мы где-то границу пересекнули, блядь. Ну не может быть такого. Но как может быть? Да. Как-то чисто, убрано, ветряки.
реально где-то пересекли границу. Не пересекли, на русском пишут.